Сейчас сложились очень благоприятные условия, геополитические в первую очередь, когда авторитарные страны уже являются тормозом развития человечества, и они шаг за шагом везде проваливаются, проигрывают, и количество стран из года в год диктаторских уменьшается. Поэтому мы в тренде, в глобальном тренде. Но наша жизнь короткая, мы не можем 50 лет жить в тренде и считать, что по инерции все изменится, и заблуждаться, что вот скоро в России все изменится, Беларусь изменится и у нас изменится. Этого не произойдет. Во всяком случае, в обозримом будущем, если мы не будем организовываться. Поэтому, уважаемые друзья, мы публикуем данные. Мы просим вас оказать поддержку семьям активистам. Поддержать активистов, чтобы они могли привлечь адвокатов. Чтобы они могли поддержать свои семьи, чтобы те люди, которые в авангарде этой борьбы, понимали, что общество их поддерживает, что оно действительно хочет перемен.